Привет, девчонки, и добро пожаловать на мой канал. У меня весь апрель получился цветочным, и, наверное, некоторым уже даже немножко поднадоело, но я не могла не показать еще и этот маникюр, потому что он мне очень понравился, в частности, сочетание розового и светло-голубого. Призываю весну, как только могу, даже солнышко ненадолго выглянуло. И сегодня мне понадобится Lac от Essence из коллекции Show Your Feet номер 14 Pop Pastel Blue, OPI Suzy Shops and Island Hops, Trend It Up номер 090, Lac для стемпинга от Bon Pretty номер 19, пластина от Creative Shop номер 10 и два штампика, резиновый от Conad и мой London Crystal Clear. Вот маникюр и готов. Кстати, в матовом варианте он бы тоже красиво смотрелся. На этом у меня все. Ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что меня смотрели. Пока!